Когда это у вас в ушах двоится? Пара на пару. Только в эфире Love Radio. Так и есть. В эфире Love Radio сегодня Артик и Асти. Йоу! Понедельник, вечер. Не спать, не спать. А мы сейчас взбодрим их, потому что у нас уже традиционная рубрика «Фанты». И сейчас кто-то из вас, ребят, вот решайтесь, кто будет первым открывать эту рубрику? Ну, девушкам нужно уступать. А, я хочу. Молодец. Я хочу. Значит, Асти, сейчас... Я хочу. Пионерка Асти. Да. Да. Давай. Вытягиваешь задание, громко его читаешь, но потом выполняешь. Задание легкие, без членов вредительства. Возьму самое большое. Люби побольше. Так и запишем. Давай. Что там? Вслух. Ну что, ну если можно вслух. Ну прочитай. До следующей песни разговаривать голосом Дональда Дака. Ты умеешь? Нет, мастер, я не умею. Давай тогда я буду разговаривать. А о чем мы поговорим? У Асти свинка Пеппа получилась какая-то. Попробуй. Что? Я не понимаю. Вот. Я же говорю, да. Так и будете, значит, отвечать на наши вопросы. Ребят, слушайте, хочется спросить вас. Вот вы такие идеальные. Я так понимаю, что ссор у вас нет. Я имею в виду идеальная пара. Какие-то, может быть, у вас есть прям лайфхаки. Вы там 2 дня в неделю стабильно друг от друга отдыхаете, чтобы не было никаких конфликтов. Как вот парам, которые также работают, да, вот этим творческим тандемом, как избежать? Вот все же мы знаем и оплакиваем то, что развалился дуэт «Винтаж». Казалось бы, а как они, по-моему, не развалились? Да здрасте! Ну, может, они пошли просто каждой своей дорогой, по-дружески. Почему? Ну, может, не развалились. На самом деле, я думал, что там все по-другому обстоит. Я думал, они специально сделали группу, а... Нет. Все равно же, насколько знаю, Роман... Алексей Романов. Ой, да. Извиняюсь. Роман Алексеев продолжает, как бы, принимать участие в творческой жизни. Они же больше не общаются. Аня с Лешей не общаются. Тогда да. Поэтому, может быть, и им, в первую очередь, нужен от вас совет. Им? Что делать, чтобы сохранить вот эти профессиональные дружеские отношения? Я думаю, это у них нужно спрашивать совет. Они, голосом сколько Дональда они лет Дака. Были вместе? Да, ты неправильно говоришь. Да. У тебя редкий дар. Я в детстве тренировался. Следующая песня должна быть с таким интро. Там давай. Раз и ты выходишь. Ну все-таки, вот творчество, как вот за столько лет не надоесть друг другу в творчестве? Как? Что делать? Отдыхать друг от друга? Или что? Или ругаться, высказывать друг другу? Ну вот, наверное, возможно, то, о чем мы раньше говорили, да, что... Ты молчишь. Да, да. Это твое спасение. Кто-то разговаривает, а кто-то молчит. Это как бы... Нужно молчать, а нужно уметь поговорить, мне кажется. То есть это так. В один момент ты помолчать и поговорить. Асти кричит за двоих. Я слушаю. Ты молчишь, потом она выдыхается, и все хорошо. Сходит с ума, Артик смотрит, улыбается, спокойно отвечает, и все. На этом все истерики заканчиваются просто, и все. Ну просто так звезды совпали, что вы друг другу подошли. Нет, нет, истерикам просто в этой жизни у нас. Ну, хороший рецепт. Ищите молчуна, да? Ищите молчуна. Ищите понимающего человека, вот и все. Да, понятное дело, да, что... Если бы двое разговаривали, каждый бы пытался друг друга переговорить, началось бы вот это вот... Представляете, как нам не просто. А если бы двое молчали, тогда бы вообще... Да, это был все время молчал тоже. А так один разговаривает, другой молчит. Надо попробовать нам тоже испытать. Как-нибудь в другой раз. В прямом эфире, да? Кристина хочет повернуть голову на 90 градусов направо и указать... Обратите внимание, ящик. Как красиво я обклеила сегодня волшебный ящик за первые 2 часа нашего эфира. Да. В нем подарок. А как обои клеит. Да подождите вы про меня, давайте про ящик. В нем что-то лежит. И те, кто смотрит сейчас нашу трансляцию, вы можете этот ящик оценить, так, примериться немножечко на глаз и написать нам в комментариях, что может быть в этом ящике. Если вы угадаете, вы получаете вот эту самую вещь. Мы вам отправим. И ящик вам отдадим тоже. Нет, красивый. Ящик нам еще пригодится. Заинтересовалась под туфель. А намеки будут какие-то, нет? Ну, сейчас мы посмотрим, если совсем в другую сторону ушла мысль, дадим. Если нет, то будем злорадствовать дальше. Что-то квадратное. Прямоугольное. Прямоуголь, там что-то прямоугольное. Кубик-кубик. Давайте-ка очередной фант вытянем. Кристина, вытяни за меня, пожалуйста. Я тебе доверяю, потому что так, я далеко. Во-первых, давай, ты на меня ответственность не перекладывай, потому что знаю потом, давай, что давай, будет. Давай, давай, я просто хочу напомнить, что смотрите за нами прямую трансляцию, потому что Максим сейчас будет выполнять задание. Возможно, оно не радийное. Сыграть пальцем на губе любимую мелодию. Ладно. Ну, пальцем давай, на губе. Это какая-то подстава. Губы. На чьей он губе знал, что он сыграть? Тянет. Ты пальцы мыл? Если нет, тогда давно на своей. Да. Какую песню? Любую. Ну, определимся с мелодией. Тает лед. О, давайте угадайте песню. Давай. Ага.
Что? У тебя что-то с музыкальным образованием. Не то. Его нет. Воет собака, по-моему. Что это? Да. Может, припев? Знакомый, знакомый. Русский романс какой-то. Связки порвет. Остановите. Вы не узнаете? В начале я вот узнал первый. А мне моя та-та. Зима. Та-та-та-ра-та-ра-та. Это песня Артика и Асти. Ну, на всякий случай. Я допускаю, что я фиговый певец и на губе игрец. Но тем не менее. Давай анонсируем нашу следующую активность. А наша следующая активность... Через пару минут очень случится. Активная, нужно просто внимательно наш слушать. Да, хорошо. Просто я хочу сказать, что мы по-прежнему ждем правильного ответа на загадку в нашем ящике. И те, кто смотрит трансляцию ВКонтакте и... На сайт loveradio.ru. Вот именно там. Делайте предположение. Пару слов о песне, которую мы услышим очень скоро. Она называется «Неделимая». Это же новиночка ваша. Да, это прям пирожок из печи. Свеженький. Это как раз единственная песня, которую вы показали из вашего грядущего альбома. Но на самом деле до того, как альбом полностью станет доступным для прослушивания, откроются еще две песни. Поэтому какой-то пазл прямо. Буквально через три дня откроется песня, которая называется «Номер один», и еще через где-то дней 10 откроется песня «Ангел». «Номер два». Надо было вот так. Кстати, почему «Неделимые»? Или «Есть же неделимые»? Ну, тут так лучше по рифме легло. Мы одно целое, мы неделимые. Я, кстати, об этом не задумывался. А почему? Думаешь, нельзя сказать «Неделимые»? Да можно, наверное. У нас есть просто в одной песне, раз ты уж вспомнил, в одной песне... Моя любимая строчка про слажа. Шоколада. Да, слава. Yeah! Вроде бы так нельзя, да. Но... Нельзя, да. Но зато ушло. Это так слышится, слажа. На самом деле там слаще, конечно. Поздравляем вас с успехом этой песни. Она стартовала шикарно в iTunes. Отечественном до сих пор держится в топ-5. Да, да. Сейчас, может быть, послушаем, она еще и вырастет, как бы, да. Надо бы. А вы расскажите про альбом-то грядущий. Уже ведь предзаказ, по-моему, да, открыт. Предзаказ уже, да. Все, кто хотят его услышать первым, могут сделать предзаказ. А что за предзаказ дают еще? Знаешь, как обычно? Предзаказ и что-нибудь, какой-нибудь бонус бесплатно. Пакетик с косметикой. Я бы с удовольствием что-то давал, но там как-то это не предусмотрено, да? Почему? Делали бы для предзаказа какую-то специальную цену, например. Делюкс-версию, например. Нет, либо дешевле. Ты заказываешь предзаказ, это там дешевле там. А, то есть это не вы решаете? Ну нет, конечно же, это мировая система iTunes. Бывает, что там на предзаказе какой-нибудь делюкс-версия, типа два бонуса. Нет, потом она и выходит. Главный бонус — это то, что ты первый получаешь эмоции от новых песен. Это очень круто. Да, по-моему, мне кажется, что артистов, это очень важно получить ее первой. Угу. Так, и те, кто сделали предзаказ, когда они получат свой товар? 21 апреля. Но деньги вперед. Деньги вперед. Да. Там, кстати, даже пометка есть, что состав предзаказа может измениться. Там, и многие пишут, а вдруг я куплю, и там что-то поменяется, и там уберут половину песни. Да, другому артисту пришлют. Парят по дисконту. Альбом называется «Скромно». Номер один. Number one. Да, это с чего так? Вдруг такое название? Песня есть там, да, заглавная? Да, на самом деле есть в альбоме такая песня с таким названием «Номер один». Но и плюс мы решили, думаю, а что скромничать? Сам номер себя один, не похвалишь, да, никто как не похвалит. Назовешь корабль, надеемся, так он и поплывет, да, поэтому вот. Пусть может быть. И еще по поводу этой песни «Неделимые», вы же сняли клип. Сняли буквально. Но пока еще не показывает. Буквально, да, три дня назад, он еще в процессе, в монтаже, снимали вместе с известным режиссером, который, кстати, делал постановку на «Big Love Show». Алексей Голубев. Да. Кто? Это вообще какой-то этот, как это называется, челлендж. Сними клип с Голубевым. Ну, кстати, снимать клип мы как раз решили именно с ним, благодаря после «Big Love Show». Да. Как хорошо. Алексей, если вы сейчас слышите, мы в доле, что артистов идут сниматься. Да. Хотел по поводу свадьбы поговорить. Давай. Да, ведь у тебя в конце того года, В сентябре, тихонько, незаметненько, по-моему, в Риге, прошла свадьба. Да. Мы тебя не видели с тех пор в эфире, поэтому мы тебя поздравляем. Спасибо большое. Да, а почему так тихо и так в Риге? В Риге, ну потому что жена оттуда. И семья, ты перевез все туда, отсюда или ты? Жену? Да. Конечно. Нет, оставил в Риге. Нет, ну мало ли ты там. Жене ты оставил. Мало ли ты туда.
Нет, на самом деле перевез. Она сейчас со мной здесь, в Москве. Угу. Все ее родственники там, поэтому здесь она одна, скажем так, ну, со мной. Ага. Слушай, ну... как у тебя удалось найти женщину, которая спокойно, надеюсь, воспринимает то, что на все вечеринки ты ходишь с другой женщиной. Женщиной. Да. Ходишь с другой женщиной, ездишь на гастроли. Вообще, чаще всего мы ходим на вечеринки все вместе. Вместе мы, да, но... Просто не афишируете, что вас трое, да? Почему трое? Нас на самом деле человек 5-6 ходит обычно. Просто там для камер, да, всегда. Для фоток интервью нужно вдвоем. Скажи, пожалуйста, а жены, подруги, талантливых музыкантов рано или поздно хотят петь? Если твоя супруга, она вообще из другой оперы. Да, из другой оперы. Нет, не танцует. Слушай, ну даже... Нет, танцует, для меня танцует. Но если вдруг захочет, для тебя это будет сюрпризом, ты скажешь, ни в коем случае, только через мой этот хладный или нет? Или скажешь, да, пожалуйста? Нет, она навряд ли захочет. То есть ты ведешь про эту разъяснительную беседу, она точно не захочет, правильно? Нет, ну почему? Хорошо, если захочешь, напиши мне песню. Ладно, мы сейчас хотим, чтобы ты выполнил фант, и вот, мы уйдем отдыхать. Задания. Я же уже выполнял. Ну, можешь передать его, да, тогда Асте, если я если буду не справляться. Да. Что нужно сделать? Нарисовать усы и бороду и сидеть так до конца эфира. Ну, у тебя мне уже нечего рисовать. Поэтому... Можешь нарисовать Асте. Да. Слушай, ладно. Жаль, а что это будет стирать? Ладно, я хочу это снять, пожалуйста, в историю, пожалуйста. Жаль, что так немного времени до конца эфира надо было в начале, чтобы этот фант выпал. Я думаю, что мы можем пока уйти на музыкальную паузу, а потом похвастаться результатом. Пока из Аси делают мушкетера, мы послушаем Мота и Ани Лорак, трек «Сопрано» в эфире Love Radio. Асти выгуливает в нашей студии новую бороду и новые усы. Я сегодня в полном образе мышки. Ой, тебе очень идет. Тебе очень. Как будто бы знала, что усы нарисует. Ну, я же говорю, это пересадка. Занимаюсь это не впервые в жизни, на самом деле, поэтому, ну, для меня это необычно. Что, носить усы? Нарисованные усы карандашом. Хорошо, что нарисованные, успокоим мы тебя. Давайте... Кстати, опять к рисованию. К рисованию, да. У нас же есть игра, в которой мы еще не успели сразиться. Арти художник, на самом деле. Ну. Вот. Но это ему не поможет, потому что глаза его будут сейчас закрыты. Опа. Игра называется... Я так вижу. Я так вижу, называется игра. Давайте, Кристина, ослепи кого-нибудь. Не рисуй, как в анекдоте. Я сейчас попрошу Асти чуть-чуть приотвернуться, потому что Артику я покажу, что именно он будет рисовать. А я должна буду угадать. А ты должна будешь угадать. Ты смотри трансляцию пока, да, куда-нибудь. Пока подумай, так вот образ, удаляй, да, сформируй. Бумажку, удаляй сейчас бумажку. Я надеваю на тебя масочку. Да. Мне кажется, она им очень идти будет. Гламурная розовая маска в стразах. Как же мне усы? Вот такими вас и запомним, да? Не тянется? Один. Не тянется? Вот так. Не ломайте реквизит, пожалуйста. А я покажу еще нашим зрителям, что мы будем рисовать. Давайте. У Артика очень красивая масочка, смотрите какая. Он сейчас будет рисовать в ней. А я буду угадывать. Мы загадали Артику, что он должен рисовать. Асти будет пытаться это угадать. У нас есть на это буквально минута. Время пошло. Засекаем. Человечек, 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 правильно? Так, да. Ну, это какая-то группа лиц. Дискотека, грибы. А мне кажется, что это какие-то сардины в банке. Почему вы решили, что это люди? Танцуют. Танцуют девочки и мальчики, да? Нет? Нет, судя по всему, это одни женщины. Девочки какие-то непонятные люди. Женщина. Транспаранты. Это пять. Это конкурс. Да, конкурс чего? Конкурс красоты. Да как же так? Слушай, мы... Надо показать, что нарисовал. Мы каждый раз усложняем задание, думаем, ну уж точно не должны нарисовать. Ну как так? Я же говорил, что у нас связь, мы можем молчать и понимать друг друга. Слушайте, ну столько лет вместе работать. Да нет, я профессионально рисую. Ты профессионально посещаешь конкурсы красоты. Просто я столько раз видела его рисунки, что мне кажется, я знаю, что он имеет в виду. Слушай, ну это наскальная живопись. Красивая, получилась. Дай посмотреть. Наскальная живопись. Нормально, еще все ровненько. Да, все отлично. Слушайте, у меня вот такой вопрос. А вообще, может ли в ближайшем теоретическом будущем наступить момент, когда вам надоест это все, и вы, вот, допустим, наберете другой состав, там, ты будешь писать песни, ты будешь, там, ставить танцы и отправить их на гастроли, а самим уже отдыхать? Или вам еще не надоел шоу-бизнес? Ну, конечно же, старость подходит. Подступает. Подступает. Но мы сопротивляемся. Ну, да, ну.
он на 5 лет старше. Я раньше уйду, дам нового Арчика. Ага. Не надо. Подождите, но у Асти же есть свой бизнес, у тебя же салон красоты. Ты же отдыхаешь, да, от шоу-бизнеса в нем? Вы, если вы думаете, что бизнес это отдых, то как бы вы глубоко ошибаетесь. Это там делают наращивание такой бороды шикарно. Мы придем в ваш салон. Если хотите, приходите, я приглашу Артика. Он профессионально рисует борды карандашом для глаз. Вот, мы можем сделать вам это просто бесплатно в подарок для Лав-радио, для каждого работника Лав-радио. Мы очень любим бонусы. Да, наплевать, что главное, что бесплатно. Стандартные брови нарисовать вам, такие большие, черные, знаете, как все рисуют. Кольщик, накали мне брови, помните? Последний лот, Кристина, твой лот, прошу, тяни. Надеюсь, там что-нибудь будет отвязное. Злое. Злое, это точно, потому что нужно съесть конфету, это уже злое. Я не ем конфеты после шести. Без помощи рук. Я надеюсь, что достанется кому-то другому, поэтому это конфета есть. Да, вы, давайте я с вами сразу попрощаюсь. Вы меня потеряли. Ты будешь занята и испачкана в ближайшие минуты. Я пошла. Давай ты это вот на последней песне будешь. Ну хорошо. Там все равно в трансляции будет видно, как ты ешь. Я конфету хочу. Чем позже, ближе к 11. Мы подводим итоги, мы открываем наш Magic Box. Я должен сказать, что у нас есть правильный ответ. Кристина, открой, пожалуйста, покажи, что там. А я пока скажу имя человека, который угадал. Так. Что там? Хомячок? Там что-то черное. Черный хомячок. Давно. Книга. Ну почти. Это ежедневник. Красивый, нереальный, фирменный. Ух ты, класс. Я думаю, что это на долгую, на очень долгую жизнь, потому что вот он какой толщины. Я уж не знаю, что можете тут надо рисовать там. Пишите мелким почерком. Я думаю, что должен получить его Виктор Семенов, потому что он сказал, что это записная книжка. Ну практически записная книжка. И книжка. Виктор Семенов, мы вас поздравляем. Ура! Молодец. Это досталось вам. Ну что, быстренько, красиво, чего-нибудь желаем всем присутствующим, чтобы там понедельник так же легко и быстро проходил, как сегодня у нас. Да ну что, мне кажется, нужно пожелать, чтобы каждый день быстро, легко я и смотрю радостно на тебя, проходил. Д'Артаньян. Ну, Д'Артаньян же. Девушки, я желаю вам жить без усов, без нарисованных, без настоящих. Всем желаем улыбаться, хорошего настроения, прекрасного начала недели. Не отчаивайтесь, если что-то пошло не так. Типа снега. Все будет круто, да, типа снега. Он все равно пройдет, и весна к нам все-таки дойдет. Мы дождемся лета, все будет круто, ждем лето, солнце. В общем, всем классного настроения. Слушайте Лав Радио, слушайте Артик Касти, мы вас любим. Peace. Но когда пройдет лето и начнется осень, мы ждем вас на нашем концерте 28 октября. Уже у нас будет следующий сольный концерт в Москве. Уже будет следующий снег. Уже билеты в продаже, поэтому все, кто хочет купить их первыми, пожалуйста, покупайте. Мы ждем вас, будет очень круто, будет новая программа, новый альбом. Все круто, yo, peace. Группа, которая смотрит в будущее, Артик Асти, были сегодня в гостях. Это Кристина Граник. Это Максим Привалов. Мы пара на прокат, мы прощаемся с вами. Артик Асти, спасибо, приходите еще. Вы такие классные. Спасибо. Спасибо всем, кто смотрел трансляцию. Пока-пока. Пара на прокат.